Безопасность превыше всего. Полицейские сотрудники МЧС в Самаре проводят проверки. Повышенное внимание магазинам пиротехники, где выявляют нарушителей, которые занимаются торговлей без разрешительных документов. До 20 января 2021 года в городе введен особый противопожарный режим. Это значит, взрывать пиротехнические изделия на территории города запрещено. Запрещено использовать пиротехнические изделия в любом их там виде. Профессиональное использование либо гражданами. Сформировано две площадки для запуска фейерверков. Муниципальный район Волжский и муниципальный район Борский. Если же самый взрывной праздник года вы решите отметить салютом и отправитесь для этого на разрешенную территорию, важно не ошибиться с выбором пиротехники, чтобы не оказаться на больничной койке. Ежегодно жертвами некачественных петард становятся и взрослые, и дети. Специалисты Роспотребнадзора советуют самарцам не покупать пиротехнические средства в подземных переходах и у сомнительных продавцов на улице. У тех, кто реализует качественный товар, всегда есть документы. Чтобы быть точно уверены в безопасности данной продукции, необходимо потребовать у продавца сертификат либо декларацию о соответствии данного товара. Необходимо обратить внимание на маркировку. То есть в маркировке обязательно должно быть указано наименование пиротехнического изделия, лицо, которое произвело данное пиротехническое изделие, его юридический адрес, класс опасности. Также спасатели советуют родителям не разрешать детям играть с петардами. Использовать пиротехнику нужно только под присмотром взрослых. Важно помнить, любой фейерверк не игрушка, а настоящая бомба, хоть и в миниатюре. Лариса Шлафаст, Максим Гусев, «События».